И всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, добро пожаловать... Ай, погоди, какой Кентавр? С вами Кентавр, Лесгейм и Хусейн, ё-моё. Привет, ребят. Ну, да, ребята, всем привет. Всё, обиделся, короче. Всем привет. Ну, всё. А чё ты, смотри, в сапогах этот вообще босиком идёт. Хуся ушёл. На корм акулам, ёлки зелён. Ай, твою мать, я сам упал, блин. Да, ну акула на тебя идёт, поэтому я так... Итак, ребята, всем привет, с вами Лесгейм. Да. Чудика утонули. Двое утонули, остался капитан Лесгейм. Короче, ты где? Не знаю я, что делать. Наверное, пойду без них. Да, пойдем без них. Кстати, да, друзья, у нас обнова. Все как обычно. Если вы не забыли, мы нашли с вами в прошлой серии, нашли вот такую вот построечку, то есть разрушенную постройку с краном. Мы там были. Если кому-то интересно, смотрите предыдущий видосик. На всех трех каналах у нас все это есть, ссылочки будут в описании. И сегодня мы открываем книжечку и пойдем, то есть поплывем или пойдем на остров, который называется Temperance, с координатами 43-74. Правильно? Это там, где фотография, увидимся на суше, сестренка. Ой, не знаю, не знаю. Давайте поднимемся, посмотрим, как далеко вообще-то это все дело будет, потому что ага. Как бы. А сколько там было? 44? 43? 74. Ё, нифига тут у нас. 43-74. 43, сейчас, секундочку. 74, да? Во! Так, мое место на кухне, понял? Они там уже дерутся, чья кухня. Я там офигел, там какие-то головы валяются. Вообще-то недалеко, вообще-то. 1800 метров, это вообще идеально. Кто ниже у нас там? А, Хуся делает еду. Лесгейм, давай, скидывай этот, поднимай якорь. Мы отчаливаем. Окей. Мотор включить. Подымаем. Подымаем, подымаем, подымаем. Якорь поднят. Есть капитан, так сказать, да? Так, секундочку, мы налево. Вот так вот. Я еще даже кое-что сделаю. Мы сейчас между этими двумя зданиями проплывем. Влезет мой плот туда? Вперед. На маленьком плоту. Ой, пошло-поехало, короче. Да. Смотри, Олег, сейчас между этими двумя зданиями пойдем. Ребята. Во. Так, у меня вопрос. Да. Как менять? Все, я понял. Вопрос отклонен. Это, выйди наружу и смотри, как мы между этими зданиями пройдем сейчас. А я тут так, мебелью забью. Чуть правее. Хусь, это очень интересно. Сейчас мебель тоже сделаем. Олег, ты говори, чуть правее, чуть да? Правее. Понял. Правее. Сейчас прямо, да? Так, сейчас. Так, да. Вот так нормально. Вот. Вообще миллиметровая такая работа. Олег, я тебе бюджетную каюту сделал. Чуть правее. Я понял, я ушел туда, стой. Я там сейчас буду делать тоже. Так, тихо. Правее. Хорошо, нормально проходим. Пипец вам миллиметровщики. Да, я думал, у нас тут плот толстый. Не, нифига, нормальный плот, блин. Все нормально. Оказалось, капитан. Надо было там тан-таран-тан. Бам! Тан-таран-тан. Да, так, давай сейчас левее. А вы чем сейчас заняты? А мы сейчас пойдем, да я не знаю, будем облагораживать свою... Каюту. Раз у вас каюта о, вообще. Ты чё, Хусь, диван поставил? Нет, это я себе поставил, тебе бюджетник поставил. А, не, вон туда, все правильно, вот мы. Фига себе, у нас громкая, громкие моторы. Подожди, а где моя комната? Ну вот, там где бюджетный. Вот это, да? Вот это. А ты мне диванчик поставил. Спасибо. Ну такое, кресло. Так, а я тогда себе здесь тоже сейчас что-нибудь замучу. Замучу себе. Нифига себе вы тут себе намутили, накрутили. Чисто это, раскривушка. Смотри на них, диванчики, короче. А, так даже сесть даже можно. Смотри. Да, можно. Ты прикинь. А ну иди сюда, на тройной. Ща, а как встать отсюда? Во. Все села, как встать. На тройной, давай. Олег, а ну-ка, я, короче, лежа. Олег, иди сюда. Сейчас, секунду. Нифига себе, блин. Олег. У нас нет секунды, давай. Бегу. Комната для совещаний. О, нормально. Камера, правда, как-то она кривовато стоит. Давай, ляг. Олег, мы два дебила, блин. Одно и то же лицо, блин. Надо с этим что-то поделать. Возьмите махало, займите сделом. Ёлки зеленые. Как менять персонажа, если кто знает, напишите. Очень важно, да, очень важно. Если кто знает, как менять персонажа, мы пока что не врубились. Рыбку куда-нибудь поставил, нет? Какую рыбку? Которую этот... А, рыба!
Рыба, поехали. Акула, да. Так, давайте посмотрим, куда поставить рыбу. Она маленькая, большая? Сейчас, погоди. Она большая. Мегалодон. 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 Я помолчу, чтобы вы офигели. Твою же за ногу. Вы офигели, я помолчу. Хусь, иди сюда. Иду. Вот она какая. Да, вот. Охренеть, вот это вот рыбешка. Вот мы бились с этой рыбой. Ничего себе. И что такое? Крючок какой-то он у нее там, копье. Ага, так надо копье поменять местоположение. Куда ее ставить-то? Оно да капец огромное. Не знаю, как. Она да вон наверх ставит. Ну, ладно, не наверх не надо. Ну пусть так и стоит, ну, если она не мешает. Ну ты можешь это как-то что-то придумать. Или можешь сзади, у тебя есть сзади место. Да, там же в комментариях тебе предлагали сделать сзади платформу. Платформу? Да, чуть удлинить. Ну, да, сзади чуть просто удлинить ее, вот, от ее надо всего, ну, квадрата на 2 удлинить всего. Для сделать этих тварей, да? Вот смотри, вот иди сюда. У тебя как раз есть место между двумя деревьями. Блин, молотка у меня нет, сейчас погоди. Вот здесь 2. А я понял, сейчас молоток возьму. Олег, возьми металла немножко, пару слитков, чтобы сразу сделать их укрепленными, эти. Сейчас. Мне так нравится, как Олег пытается сдерживаться. А чего он сдерживается? Я вообще пипец. Ну, высказываться. Твою же ты пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. Вот так вот должен был говорить Олег. Бля, ребят, я сапожник, а сапожник. Нормально. У нас это как бы. У нас просто каналы такие, что мы говорим культурно. Мы пытаемся, стараемся. Нет, я и на своем стараюсь не ругаться, но иногда вылетает там случайно чисто. Да. Поэтому вылетаю. Я буду там пипикать. Пипикать будешь, да? Пип-пип-пип-пип-пип. Все, я так. У меня это. Вот а, так. На металл. Чисто этот фумигатор 3000. Или как он там называется? Не надо, зачем? Да а что, куда? Вот просто два сделал, вот раз, два, о, и все. Вот так вот. Все, нормально, я это тоже оставлю. Ты металл где? Вот он. О, вот металл. Отлично. А что я делаю сейчас? Во. Не снимал. Блин, кто кусает уже, блин? Кого? А, правильно. Радость, она обрадовалась. Нифига ты тут дерево понафигачил. Типа до сих пор нельзя было, а тут хренась. И нам можно кусать, короче, да? Да-да-да. Такс. Хусь, а ты там на нос смотришь, если ты не, тут не с нами. Смотри, хоть, чтобы мы никуда не врезались. Да, а то вдруг. Я смотрю водичку кипяченую. А куда я смотрю сейчас? Во. Хусь, Хусь готовит. Да, нормально. Ща нормально, ща мы вот так. Что было хорошо прям. Оп. Все. И сейчас можно посмотреть, как эта штука выглядит. Правда, не знаю, как ее повернуть. Ну, поверни, наверное. Блин. Ну, так некрасиво. Так вообще некрасиво. Не, надо боком. Не боком, а, наверное, мордой туда. Туда в воду? Туда в воду. Да, морды туда. Зачем просто смотреть на ствол? На ствол, да, получается. Если так, туда, это красиво, конечно. Она как сбоку красиво будет. А, стоп, а если сюда морды? А что у нас моторы? Так, секундочку. Я сейчас топливо туда добавлю. One sec, друзья. Как фильм был? Чё? Челюсти, да, назывался такой фильм? Как назывался? Челюсти. Челюсти, да, есть такое дело. Челюсти есть. Так, что вы хотели сказать, задом или боком? Ну, но как боком ты изначально какая-то ставил? Но ну, просто если для красоты, то боком. Если для, ну... Да, но так нет. Вообще некрасиво. Не, не так. Типа, ну только боком, значит? По вертикали. Нет, а сюда ну, можно так. Никак, да? Но... Блин, мне не нравится. А если на крышу? У нас же крыша есть, а ну-ка давайте. Там я место есть? Я предлагал, но там будет мешать, мне кажется. Да? Зиплайну будет мешать. Блин. А если... Моя щербинка. Так что она вроде бы и классно, но они ее слишком большую сделали. А вот тут как раз-таки наоборот надо, в эту сторону, как раз к носу корабля. К носу, да? Мордой туда, короче. И это значит, типа вот, блин, она реально... А мне визиплай мешает. Да, я тебе за это я только сбоку, что ли? А тебе этот зиплайн нужен? Ну, в принципе, не нужен. Ну, как этот. Куда ты его в другое место поставил, значит? Давай я его уберу.
если да, можно. Да, ты его. Лучше подумай и потом решишь. Куда твоим его. Перфекционизмом, конечно, будет сложно да. решить, но. Да, это точно. Чтобы это... было по фэншую. Да, фэншую у нас как бы здесь прям страдать будет. Мы там далеко еще нам до этого? О! Мне кажется, у зрителя, знаешь, глаз все время дергается, когда мы ставим куда-то его. Они прям страдают прям. Короче, временно будет здесь. Временно. А потом, друзья мои, предлагайте, что и как, что с ним делать. И, кстати говоря, я кое-что заметил. У нас сейчас ночь, но мы подплываем к зиме. Это что значит все быстро спать, да? Смотри. Не-не-не, не все быстро спать, а давайте а встречать... А есть зимняя одежда там, нет? Чего есть? Зимняя одежда. А она нужна здесь? Кто знает? Я не знаю. Вроде бы холодно здесь, нам не должно быть. Одежда? Да нет, не нужна здесь. А зачем? Она у нас есть вообще одежда? Мы типа да, одеты. Я предлагаю вам покушать, выпить супчик и... Так, мы что, подплываем уже? Да. Сейчас мы сначала припаркуемся здесь, пришвартуемся и... Пойдем, скорее всего, спать, потому что ночью мы туда идти да, не будем. Надо будет да, только тогда не ешьте сейчас, потом, когда выспитесь. Ох, оно и так уйдет, мне кажется, этот... как называется? Кстати, кто-то встаньте у Олег, у... как его? Якоря. Якорь. А, якоря, бегу. Так, мотор выключаю. Все, кидать якорь? Да. Замеч. Блин, это прямо айсберги, ё-моё. Да. Погоди, она может подальше, чуть прямо, чтобы в воду не лезть? Я забыл, вода уже очищенная. Out или input? Out это выход. Yes, out, it's выход. Так, мне интересно, что вы там еще понаделали? Ничего не успели, да? Кровать? Ну ничего не успели, кровать. Да. Ну ничего, время еще. А, вот я уж шкафчики вон есть. Я вон супчики понаделал, идите. Ну давайте спать. Давай тогда в таком случае спать будем. Да. И я у меня в каюте буду. Сейчас, где у меня каюта? Вот она. Одну, правда, надо закрыть. Вы знали, что здесь даже снег идет? Да. Кто не спит? Снег идет. Да. Снег летает. Я не сплю, я как во, все. Ты давай, я тут уже начал пить. Все. Во, вот так вот. Все. Так, Хусейн говорит, что он нам что-то там приготовил. Хусейн у нас... Да что ты говоришь, что-то будто я там что-то сам выдумал. Кухар. Я вон по твоим рецептам. Кухар, короче. Кухар. Чтобы не говорить кухарка, кухар, скажем. Из хацапеток. Кухарь. Да. Кухарь. Сейчас мы, я еще свои эти лишние предметы скину там, где они должны быть. Кухарь-купец. Там, кухарь. Далеко. Так, дровишки сюда. Это сюда. Вообще красота, короче. Вообще, Вася. Так, Олег, подай, пожалуйста, кто там готовишь. Чего ты делал? Подай? Есть же вроде молоко, или же нет? А, ты все это, сейчас. Так, я поел. Как смотрится у нас этот биом? Замечательно. А где кашки брать? Ну, в холодильнике справа. Ну, как в холодильнике. Да, я понял. Бульон из головы беру один, беру один овощной суп. Сейчас мы его проверим на вкус. Так сказать. Не, ну ты, конечно, лабиринтик сделал. В смысле, нормально все? Мне вообще кажется, корабль маленький. Ни хрена себе! Какой хороший этот суп, который я взял. Из головы. А, с головами, да. Офигеть. С головами это офигенно. Жесть. Один, и мне хватило его, да? Ну возьми тогда два на всякий случай. Не-не-не, нормально. Я вот воду себе возьму и возьму молочка. А нету, говорит, да и там. А одно ведро было. Типа, я для себя нашел, а вы дальше как хотите. Да. Одно ведро было, нормально, все. Так, мясо никому не надо, я нет. заберу. Так, а забри. Больше нет, да? Больше нет. Сейчас сделаю еще. Че делаешь, мясо? Суп. Две мачете есть, лук есть, топор есть. Я вооружен, я опасен, я готов, что короче. Же, у меня два зеленых осталось с того раза. Я один возьму с головой, вот этот и все. Да бери, все бери. Да, бери там бери, осталось, бери, я бери, уже все взял. Бери. Я готов, вы готовы? Бара. Готовы, дети? Намокнуть. Куда ветер идет?
А, ветер идет туда. Я кое-что сейчас сделаю. Я хочу все-таки пришвартоваться прямо, чтобы не прыгали в воду. Это же зима. Надо все прямо делать красиво. Если зима, мы не должны намокнуть. Смотри, видишь? Зима, зима. Ну вот как раз надо в магазине. Тебе вроде там писали, что можно купить трапы. И трапы там есть два вида. Один длинный, один короткий. Все, уперлись. Трапы, они, кстати, интересно сделаны. Они, по идее, они раскладываются на три части, а убираются как стенка. Окей. Будем знать? Чё? Можешь молоко дать. Что-то придумать с этим делом. Чё молоко дать? Уговори их молоко дать. Слышь, мудила, молоко дай! Уговорил? Так, а кого доить? Курицу. Козла, как ни странно. Курицу дай. Я думал, курицу. Как ни странно, козла надо доить. Не то. Нифига себе, акула у нас громкая. Я меняю сейчас батарею, чтобы у нас животные не подохли. Ладно. Все, все, все. Куда пошли? Мы уходим. Мы все, давай, сюда. Не, я ж не буду с 20 ведрами бегать. А, это да. Че, Олег, давай, прыгай, пусть иди сюда и уходим. Ну, в смысле, заходим. Так. То есть выходим. Ну, короче, вы поняли. Я понял. Десантируемся. Да. Первый раз, друзья мои. Первый шаг на. Это айсберг. О, ну. Я скольжу, прикинь. Ух да, ты, айсберг, да. Если останавливаешься. Опа. Мама, и поехали. А как это смотрится, если за третьего лица? Скользит. Ну, прям круто. Скользит потихоньку. Так, что здесь есть? Пока что пустота. Сейчас посмотрим. Давай. А что меня держит? О, я тут с картошкой выбежал, с головами, со свеклой. А у меня тут мачете. А что меня уносит вниз? А я нас всех уносит. Ха! Попутный ветер. А это спуск, ветер. Типа. Это горка, ветер, типа. Ветер. И ветер, и горка. Прикинь. А как если тут животные, короче, какие-то будут? Ну, а что должно быть, типа, в полярном? Пусть мама услышит, пусть мама придет. Полярные. Когда-нибудь найдет. Опа, смотрите, а я свои куда забрал. Сейчас, погоди, Олег, погоди, я тут поправлял. Я ветер почему-то у меня был выключен. А, вас несет вообще, пиздец. Скользко, правда... скользко. Что-то не уверен, что мы куда-нибудь. А тропы какие-то есть здесь? Нет, сами найдем. Сами сделаем тропы. Ну, пещерки какие-то, что ли, все, я вот, не знаю. Все, вот, я зашел. Давай. It's... Тут какой-то прям вообще... Ух ты же, ё-моё. Нифига себе. Вопрос другой. А вход нормальный для этого был или его все-таки нет? Не знаю. То есть мы отсюда, мы же сейчас спускаться будем, а как обратно? А, вижу, там тропа есть, там это, короче, можно сюда прыгнуть, походу. И там были ступени. Кстати, а мы не, не разбиваемся же нифига. А что, открыть двери можно? Нельзя вообще. Стерно. Научный центр какой-то не очень. То а, есть... смотрите, ребят, смотрите, смотрим. Есть такая фигня. Давай, что такое? Требуется кабель. А, питание, кабель. Короче, нужно, я понял. Ага, похоже, да. Понял, сейчас. Смотрим, и я вижу там какую-то штуку. Все двери закрыты, наверное, скорее всего, это... У всех дверей, вижу, такая так. Штука есть, да? Ага. Я тут заметил кое-что, смотрите, тут тоже требуется кабель. Вот это так. И есть питательная станция для, ну, топлива, короче, как его топливо, энергия. А, во. И вот еще одна вижу. Так, я столб нашел, ребят. Где? Что за столб? А вот, смотри, он правда красный какой-то. Ой, а что-то я тебя не вижу. Бегите сюда. А вот сюда интересно, вот, куда? На выход. Внизу. Внизу? Ну, там, где вышка, видишь? Ну, там, где я сейчас. Вижу. Вот я прыгаю. Да. Офигеть, тут намутили разработа, а? Да пипец. Так, секундочку, так. Что это такое? Ого. Так, Е, кабель держите, чтобы пистофы. подобрать. А-а-а. Ну-ка. И отсюда тянем. Я взял два кабеля. Отлично. О, снегоход, пацаны. Где? Вот. Да, снегоход. Техника! А я на фотках видел, что техника должна быть. Использовать можно, прикинь. Так, стоямба, я смотри, что нашел. Давай, заводи. Ты сел? Да. Я бункер. Олег, поехали! Здесь бункер, ребят. Какой. Сейчас, погоди. Сейчас заедем в бункер. Постой. Потом не выйдем, не надо. Тадэнс! Это себе не батлграунд.
Фигун, давай вылезаем тогда. Блин, прикольная штука. Слушай, а я этот... А ее на корабль можно будет брать? Нам по-любому надо будет рампу строить какую-то, чтобы... Кабель накапливается, вижу, кабель есть. Блин, у нас тут опять темно будет. Ой. А что, вы не взяли эти? О, тут радиация. Ой-ой-ой, больно. А там я вижу титан. Смотрите, вот чуть левее. Видите, лежит. Да. А где взять? Да. Тут сто пудов какие-то маски должны быть, да? Надо их найти, пошли. Похоже, что-то рановато, наверное. Так, а мы троем не сядем нифига, да? Ой, да вы давайте сядьте, возьмите его. Тут один будет или больше их будет? Возьми один. Вот вы возьмите уже его этот. Стоп, я вон вижу еще. А, я нашел уже. Кабель? Вон, я вижу еще один гараж. Хусь, я сейчас сяду, давай к нему. Поехали. К гаражу. Это офигеть. Уносит. Чисто токийский дрифт. Так, короче, нам провода нужны. А еще будет еще один, вот интересно. Наверное, на каждого, не? О, я столб нашел. То есть мы ищем провода сейчас. Охренеть, его носит. А сколько вот их надо? Капец, дрифт какой-то. Блин, опля. Тут фонг надо поставить. О. Так, ё-моё, белый медведь. Белый медведь? Нет. Офигеть. Хусь, сядь. Сюда сядь. Че? Ну, белый медведь, ты с ним не справишься, мне кажется. Ага, да? Он понял. Же белый. Смотри. Hello, motherfucker. Слушай, а вы куда это порулили? Мы третий этот. Хусь, возьми третий самокат, как его. Бери. Давай. Дрин. Олег, мы сейчас к тебе приедем. Не, Хусь, давай, туда нам сейчас рано, по-любому. Давай обратно к этим домам. А мы его сбить можем? Хусь, давай обратно к Олегу. Нет, давайте провода. Давай его собьем, сможем сбить? Провод здесь есть. Не Хусь, бери его на себя, я провод здесь возьму. Я разбился. Ой-ой-ой, больно. Он не хочет на меня идти. А можно как-то в него стрелять? Я стреляю из лука. Короче, я слезу сейчас и ему по башке, короче. Я же мастер, блин, выживальщик, твою же за ногу. Иди сюда. Мишаня, кому говорю? Там много в него надо. Не нормально. Пусть отойди, отходи от него. Все. Забери мясо. Такс. Йо, сколько я в него стрел потратил, это кошмар. Не-не-не, мачете, самое лучшее. Не, я не могу делать стрел. Серьезно? Не знаю, мне ничего не получается. Олег, мы к тебе едем. Чё? Не, ничего. Хусь, поехали, чё ты ищешь? Я чисто по мемам, да? Так, сколько у нас кобелей? 6. Кобелей. Кобелей у нас трое. Я сейчас бываю. Оказалось, две сучки, один кобель. Да, едет. Олег, ты ещё там? Так, давай этот, тренируй. Давай. Ой, понял. Ой, Хусь там всех бьет, короче. Олег, смотри, три мотоцикла. Та-дэнс. Олег, я тебя убил? Нет. Вообще круто, вообще. Так, ну чё? Смотрим, у нас, сейчас скажу, сколько кобелей. Проводов, если так можно сказать. Сейчас, почему я не вижу ничего? Вот так вот вижу. 8 даже. Ты говоришь, что здесь есть вот такая штука, которая пишется, что тянуть кабель. Я вижу. А, так это генератор прям. Это генератор. Я понял. Так, его надо теперь понять, куда его тянуть. К этим домам, скорее всего. Я вижу. Стой, вижу столб. Подождите. Смотри. Это как распределитель, то есть удлинитель получается, если я не ошибаюсь, да? А теперь отсюда. И от него дальше, к домам. Давайте дальше. Так, я взял. О, заканчивается, серьезно? Заканчивается. Провод не хочет. Постой, вот здесь. Он заканчивается, он не безлимитный. А, во, вон туда надо, вон, наверх. Вижу, вот сюда. Вот сюда вот надо, во. И отсюда поставил, сюда. Так, ха! Сюда. Так. Тренажерный зал. Это зал для беременных. Классно. Охренеть, а что тут-то хорошего вообще? А как-то, ну так себе. Ну, в смысле... 20-20, гриф 15, получается... Тут 40, гриф 15, это 55, и еще плюс сколько? Еще по 10 кг. А че десятки такие маленькие?
Ну, такие, короче. А вы заметили, что у нас крыша тут стеклянная, как бы? Сабнатика? Ну, да, прям? Я же говорю, нет, это не сабнатика. Это, знаешь, как станции, которые смотрят там за астероидами, за этим. А, ага. Может быть, может быть. Короче, здесь ресурсы и, в общем, ничего, да? Так, ну что, поехали дальше. А отсюда тянуть или как? А вот отсюда, да, попробуем. Прямо отсюда. Протянул, да? Ага, здесь открылось тоже. Молодец, отлично. Поднять предметы, ложки. Я ресурсы подберу, это они мне нужны, как бы. О, какая кроватка. О, монетка. Серьезно? Да. Тут даже монеты есть. Кстати, ищите монетки, ага. Раз здесь есть монетки, значит, здесь должны быть где-то это. Автоматы. Магазин. Да, ну значит, в зале тоже должны быть, потому что когда я жим всегда делаю, у меня высыпают свои тут мелочи. А монеты, точно. Да? Глянь, да. Глянь. Биткоины. Так, а я пока. Я беру уже провод, погоди. Или ты взял? Ну давай, я возьму. А я уже взял. Ну давай. Ты быстрее, да. Хусь, давай. Так, давай здесь посмотрим, что тут есть. О, две монетки, смотрите, возле лампы. А, забирай, это в общую кассу. Холодильник уходит. Откроешь? А он тут работает? Вон, холодильник. А, так это типа, да, типа... Это для мороженого. Как на немецком, кюльбокс. Стоп, кстати, а у нас интересно, вот это центрально откроется, скорее всего. Погоди, постой. Тут еще дом есть, а этот как открыть? Подожди, сейчас. Или эти не работают? Не, эти не работают, тут нету питания, питательного этого, ну, столба. Так вон тогда получается, вот самый первый, который мы пропустили. Так, все, Олег подключил, молодец. А кого вот? Я беру провод отсюда. Так, и попробую его вон туда, наверх забобить. Куда? Вот он, там вон самый первый, который был. Вот. А, вижу. Блин, не достает. Не достает? Не, красный. В обход надо что-то делать. А, стоп, во-во-во, вот сюда, вон туда его надо. Чё? А, видишь, да? Ах, стоп, а интересно как? А надо туда, ну я могу как бы туда, сюда прыгнуть почти. Ну я натянул какой-то кабель, видите? Сюда работает, смотри, сюда работает. Да, попал. Хуся попал. Натянул там кабель. Блин, погоди. Ну тут дофига надо. А у нас провода закончили, кстати. Вообще? Ха. Да, проводов вообще нет. И сколько нам еще надо? Блин, один провод нам всего нужен. Серьезно? А, тогда нужно их искать. Или стоп, подожди. Так, подожди, а если мы вот эти вот двери использовали, которые открыли, мы не можем снять и использовать? Нет, я нажал. А, можно? А, можно. Нет, нам два, подождите, а если вдруг не откроется центрально из-за этого? Хусь, если мы уберем один провод, питание сюда уже не дойдет. Ну, нам закольцевать надо. Олег, мне кажется, мы сейчас по левую сторону пошли, а можно оттуда по правую сторону сейчас пойти и открывать их по чуть-чуть, нет? А не проще найти еще? А думаешь, они еще есть? Должны быть, конечно. Ну... А вы сколько? Я всего два столба нашел, а вы сколько? Я тоже два минимум. Ну вот, и у нас и восемь. Давайте покатаемся. Олег, Хусейн. Я. Бери тогда этот мопед наш. Все по мопеду. И едем вместе искать провода. Фонари горят. Поэтому поехали. Металлые провода. Вопрос, куда идем вообще? Смотри, слева. О, вижу. Так, да. Ты этот лутал? Так это похоже, да. Давай куда-нибудь. Так разделимся, право-лево получается. Давай тогда разделимся. Я не пойму, этот лутанный. Да. Это лутан. Не лутанный, будет красным гореть. Лампой, да? А, так вот, вижу, а у меня вдалеке тут прям. Медведь. Иди ко мне. О, значит там не лутали. А тут мопед еще есть даже, ну в смысле этот. Да. Нашел. Вон, я вас вижу. Проводов куча, короче, ребят. А где ты? Два столба. Держись. Ушел. Ко мне пойдем. Где ты? Хусь, только мачете. Бьешь, отходишь. Только так. Блин, а я на этот. А куда ж ты ушел? Куда ты? Да блин, по льду это ехать, это вообще. О, у меня тоже медведь. А, вон видно. Мишаня, твою мать! Тихо! Давай, Олег, я отвлекаю. А, ты такой, иди. Тихо, больно. Стой. Так, сейчас мы его замочим. Мастер-класс, короче. Тихо. Чего?
Давай, все, нормально. Мишаня, короче, сдался. Так, а сколько... Так, нам надо пару столбов нам надо. Вот с каждого столба по два кабеля получается. А что я услышал сейчас? Какая-то женщина говорила. I kill him. Ё-моё. Я думал, мне медведь сейчас жалуется, блин. Дохлый. Лежит и... Кусь, подожди, не торопись, я здесь что-то нашел. Я четыре кабеля нашел, ребят. Вот, смотри, вон видишь это? Вот, езжай за мной. Блин, жаль, тут карты нет. Я вас не знаю, где вас найти, как бы. Но я какую-то штуку нашел, интересно. Я что-то нашел, что ты мимо меня проехал. Во-во-во, а ты сюда езжай, смотри. Так это арка. Видишь арка? Я упал. А ты попробуй так, на нее запрыгнуть. О, ау! А я еще провод нашел. О, я запрыгнул. Она хватает. На шифту, на шифту. Давай. Кент, иди, от тебя такой. Народ, я воюю. Беру провода. Вот, смотри, сколько здесь. Да, не будем, да. Кента. Не-не-не, мне покажите, а где, чё, где? Как вас найти? Сейчас, Олег, прыгаем. Видите столб, который мигает? В смысле, красный? Ну да, мы как раз... Я у него. Беру провод. Сейчас куда? Блин. Вернись на ту, где радиация была. Помнишь, где? Так я там был вроде. Вер, возвращаюсь. Прям обратно полностью? Стой. Давай, куда? Смотри. Отсюда разгон бери. Сейчас, ну, посмотрим, куда. Чё, куда разгонится? Вон, смотри. По бугорку. Но мы троём там не поменьше. Ровненько прокатируем. Ха-ха, нормально. А обратно? Ну, развернемся и прыгнем. Втроем влезли, ё-моё, а? Тут да, ночь закончится сегодня, не? Не знаю. Так-с. На, Кент, если тебе надо, вот, возьми. Чё такое? Еда есть. Ну, фонарик, фонарик. О, это да. Это прям... Прям да. Ну, хотя уже день, но все же. Спасибо. Вовремя, да? Вовремя это мое второе имя. Ну, это знаешь как. Мое второе имя, да? Проводов у нас уже хватает. Опять же, у нас есть 8 проводов. Ну, тогда пойдемте обратно. Как раз уже день наступил. Народ, вы не выкидываете ресурсы, ё-моё. Чего такие транжиры? Да это я... Не надо выкидывать, ничего выкидывать не надо. Чего такие вообще, ё-моё. Мне все ресурсы нужны. Капец, да? Amazing Red Bull. Так, а вот сюда вот, за мной, за мной. Можно говорить или рекламу? Че, можно? Ну, за энергетические напитки. А-а-а. Мы осуждаем, если что. Плохо влияет да. на желудок. О, записка, пейки. Кстати, есть. Мы не заметили записку. Друзья мои, читаем сами просто на ютубе там. Как-то почитают. Так, это мы сюда пошли, да? Мне кажется, все-таки закольцевать надо. Давай. Так, как это такое? Я тоже не вижу станцию, чтобы достать. Блин. Но мне кажется, по кругу прямо. Прям просто по кругу. Не, вот отсюда, вот от центрального сейчас. Ну вон туда, туда прямо. Вот. И куда? Нам надо... Вот и вот сюда. Наверх, давайте и не наверх. Наверх, да. Ну и потом. Вот. Вот он. А потом вот. Отсюда я беру и ставлю туда наверх, если оно достанет. Хо! Есть. Заходим сначала в маленький дом. В маленький нижний дом. Вот сюда. Давай вот. В маленький, ага. Не все прикольно. Это госпиталь. Да, госпиталь. Это хоспитал. Вот, кстати, смотрите. Записочка. Вот это. Really smart. Мази вот лежат. Берем. Рубен is recovering too. But, doesn't seem to want to talk. А вам тоже текст читается, да? Да. Henry doesn't like the way they look at us. Генри не нравится, как они на нас смотрят. Пожалуй, надо что-то делать. Конечно, надо. Генри. Чё, наверх идем? Так, ну и да. Джуни, лацента из Томолока. Yes. What the fuck? Это что? Это кухня. Кухня? Ну это просто каюта чья-то. Это столовая. Не, тут так, спальня. Так, я монету возле цветов нашел. Я тоже. Так, ну чё, и центральный?
Че, погоди, тут ресурсы есть. Тут че, ё-моё, блин. Ёлки зеленые, пропускайте такие вещи. На ютубе сожрут там. А, вот и автомат, ребят, смотрите, вот и автоматы. Два штуки. Смотри. Давай, покупай. Че будем здоровы, смотри. Есть у кого стакан? Фляга. На, держи стакан. Чё-то непонятно. Давай выпьем. Будем здоровы или не будем? За любовь. Секунду, сейчас. Олег, давай выпиваем за любовь, короче. Любовь к этому, к зиме. Ко мне. Так, есть. Давай. Чокаемся. Раз, два, чпоньк. Поехали. Чпоньк. Правда, Олег выпил объедки, но чё поделаешь. Бывает. Так, тут можно купить дом. Это какая-то табличка? А, понятно, так здесь, кстати, такое, это другие предметы, не те, что там были раньше. Здесь а мне интересно, какие-то. Если кружку купить, она придет по почте? Сколько у нас монет? Сувениры. 6. Сейчас, секунду. А что это такое? Welcome home, наверное. Подожди, стой, не покупай. Что? Может, вот эти фотографии нужны, которые, типа, все надо их собрать потом, чтобы восстановить хронологию, кто здесь работал, что-то там, нет? Вряд ли. Не. Что-то пополезнее хочу. Есть такое полезное здесь или нет? Ничего полезного. Полезное? Цветы, что ли? Фиг его знает. Жалко мне натратить мои... Я не знаю. Вот это синее. Подожди, что вон, это помидоры какие-то растут. Почему нет? Или розы? Нет, скорее всего, декор. Декор нет, будет. Нет, здесь декор, да. Декорчики. Ну, все, ладно. Ну, я тогда возьму, знаю что. Я возьму... Я не знаю, что это синее. Поэтому смотрим. Пойдем наверх, вон, смотри тут. А, не могу поставить. Как сейчас я еще первый этаж смотрю. Чертеж, улучшенный очиститель. Сейчас, погоди. Набери. Сейчас будет, все будет. Что-то вы это, торопливые. Я тут всасываю весь лут, который нахожу, а вы тут. О, там, тут, о, тут, там. Улучшенный очиститель, очиститель биотоплива. А чем лучше? Домушники. Чем лучше? Очиститель чего? Биотоплива. Биотоплива. Улучшенный. А я, кстати, и вот эта горелка, ребята, вот стоит на столе. Где горелка на столе? У меня нет, ничего нет. Вот. Горелка на столе. Паянная лампа. Паянная лампа. Чем? Да. А что делать ею? Паянная лампа. Ну, обычно ей. Пригодится, наверное, подпаливать, знаешь, такое, чтобы сдымать. Я вижу, она у нас засунулась не в инвентарь, а в книжку. Пригодится, значит. Значит, нужна. Логично. Так, смотрите, вот здесь полочки, может, где-нибудь монеты валяются. Бля, разработчики-любители прятать. О, монетку нашел. Я не успел взять. Ну, что сказать, прикольно. Довольно прикольно. Нужно было в эту игру, все-таки нужно было зиму все-таки вводить, потому что все лето, все жарко. Лето, ах, лето. А тут вот на тебе. Мы отменяем конец света. Но мы же не всю локацию прошли, там еще большие здания есть. Еще да, больше. Где наши мопеды? Все, берем наши, берем. Так. Бери. Моторсайклы наши. А как будет по-немецки с снежный, ну как, снегоход? Снегоход? Вот спроси что-то получше, даже понятия не имею. Но можно загуглить, глянуть. Знаешь, когда не используешь эти слова и не знаешь. Снегоход. Снегоход. Хер его знает, не знаю, надо загуглить. А по-английски он будет сноуборд, как Антон? Сноу... А я по-английски как будет, кстати? Да, тоже вопрос. Чё, куда едем? На зеленую штуку? Ну давайте попробуем. Уэй, елки зеленые. Тут дорога есть, народ. Сколько здесь снегоходов, ё-моё. Этот остров, я прям балдею от него. В полном серьезе. Балдёж. Так, я понял, для чего, ребят, горелка, но... Мне кажется, нас это не спасет. Секунду. О, используйте паяльную лампу. Оп! Давай. Смотри. Тает, хорошо, что нашли. Тает, тут нужен ключ, я понял. Требуется ключ от Селены. А ключ есть у нас? Ключа у меня нет, но я нашел еще одно здание. И скорее всего нам туда нужно пойти. Селен. Давай. Я нашел, когда мы разделились. Там было здание такое интересное. Главное вспомнить сейчас. Ну
Я смотрю, что все берут ближайший байк. Вообще без разницы, мой, не мой. Нет, я взял тот, который... Нет, ну смотри, ХП в нем нет, правильно? Бензина в нем нет. Можно, да, типа... А если давай, не нравится, вообще можно... Давай, веди нас. Нам направо. Моисей. Я же говорю, я помню, было... Такое здание, сейчас помню только где. Ой, твою уже за ногу. Надо вспомнить сначала, я не помню сейчас. Да тихо ж ты, что ты меня носишь? Да, скорее всего здесь, сейчас, секундочку. Да, нашел. Мопед? Не-не-не-не, я вот это здание видел и... А что ты не перепрыгнул? О, вот твою же... Кент. Он это где? Как понимать-то? Он где? Кент, спасите! Так, теперь мы владеем этим каналом, здравствуйте. Ха-ха. Так, короче... Бросят меня здесь. Он живой, давай пошли к нему. Вот это круто, разработчики молодцы. Зачем враг, если есть друг, правильно? Да. А нафига вы сюда прыгаете, блин? Спасайте меня отсюда, блин. А, спасать? Погоди, а туда к этой башне нельзя пойти без этой дырки? Да, скорее всего. Пусть там, видишь, там прямо башня сверху. Я давно без дырки, правда, не знаю. Я давно без дырки. Ё-моё, блин. Только через воду. Давай. Как бы я ни хотел не нырять. Ой, в воду. Ой, здесь это. Ага. Здесь то мы по-любому это. Ныряем. Бьем года. Бьем года. Втроем бьем года. Даже ё-моё. Ты из них делал супы? Супы, Кузь? Ну ты еще один, нет, да, нет, даже. Я делал из большого, нет, желтого. Это, не расслабляемся, нам кислород нужен. Тут еще есть. Олег, оставь его, давай к кислороду, беги и плыви. Давай, на последний шаг вытягивай. Все, я тут. Озвучка обязательно нужна была. Здесь близко. Так, круто, очень круто. Нифига тут подъем наверх вам. Че там? Подъем или что ты сказал? Подъем наверх. Кто-то сел на эти зазульки и остался без монет, как я понял. Так, с Хуся, это кто нашел монетку, Хуся или Лесгейм? Я. Не-не-не я. Тоже вариант. Не-не-не я тоже вариант. Нифига себе. И это. А мы прям в этом здании, прям, да? Эй, грязно выругался. Наверное, мы в этом. Понять, записку. А, понять. Ой, как много у меня. Смотри, какая плита прикольная. Почему ее не записывает? Записка хорошо, да. Записка это хорошо. Записку хватай. Хватаем. А он уже. Хватанул уже. Поднять записка 2-4. Че выкинуть? Давай дерево выкину. Не выкидывайте, говорит, ничего, че бы выкинуть. А у вас слоты же есть, ё-моё, а ну-ка всасывайте все предметы. Че вы такие, а? Место есть еще в инвентаре? Да вот ем место. Ем место. Вот здесь, предмет. Ты доски выкинул. А все надо брать? Твою же нет! Ой, как я больно упал! Ёперный театр. А ну, Кен, ты живой хоть? А, я живой, нормально, я живу. Пусто. А это надо прям иметь в виду, что сюда падать, как бы, надо смотреть под ноги. Как ты мог упасть в этом доме? Блин, народ, вы это, предметы, все берете. Так, а здесь что, ничего не было? Да есть наверху, только я кента жду. Эйц, ё-моё. А, тут еще выше есть. Да, не иди, подожди. О, монетка, хорошо. Что это такое вообще? Что это за станция? Биткоин. Пока непонятно. Манят биткоин. Тебе надо отгадать. Серьезно? Еще выше? Да. То есть на этом же этаже не было ничего, кроме... ящиков. С тобой. О, вау. Так это обсерватория, я понял. Здесь сейф. Вот, нажать. А что нажать? Надо... Ой, плохо. Записка. Записка. Мне кажется, из записки надо там читать, что-то находить. Сейчас, погоди. Есть вверху записка, смотри. Так, записки вот здесь. Берите записку. Да, и на каждой картинке нарисована какая-то это. Цифра. Не цифра, а, например, созвездие. Здесь двойка нарисована. Где-то... Так, в созвездии написано восьмерка. Вот телескоп, вот о чем я говорил, это же научный центр. Я уже говорил, да. Это сейф. Что-то о большом сейфе, так, тихо.
Рубенсес, где-то говорит, есть какие-то места, где здесь в этом леднике ее точно нет. Приятно пообщаться с людьми. Отлично, спасибо за информацию. Так, открываем книжку. Что у нас есть? У нас есть 4 рисунка. Да. 1 из 4, 2 из 4, 3 из 4, 4 из 4. Получается 1, 2, 3, 4. Не, да ну нет. Вряд ли. Ой. Здесь смотрите, здесь вот на картинках написано. Давай поднимемся. Скорее всего. Вот, видите, написано 2. The Shark. Созвездие из 2 звездочек. 2. Шарк. Созвездие из 8 звездочек. 8. Это где ты видишь? Смотри, погоди. А вот, иди сюда. А, ну где здесь начало? Цифра есть, а сверху цифры нет, я вижу. Значит, надо нам найти созвездие. А на картинке на этом. Во-во-во, идите сюда, лянь. Вот, смотрите. Вот. Ищем здесь. Так, нам какая-то птичка нужна, рыбка, парусник и крюк. Рыбка, надо их найти, посмотреть, крюк. Сколько звезд на них и запомнить. Серьезно? Это из-за книжки ты имеешь в виду, да? Птичка, да, в книжке, голова, в книжке. Крюк и вот, парусник. Смотри, это парусник, вот он, раз, вот, два, парусник, три, четыре. Четыре звезды, значит, четверка. Какая так. Она там по счету в книжке? Сейчас скажу, это последняя. Так, раз, два, четыре, да, звезды. Последняя четверка, значит. Фига себе, ты его поворачиваешь, блин. Вот, это что? На что похоже? Не на что, мне кажется. На птичку похоже. Думаешь? Ну да. Короче, 4, 5, да? Если это птичка, то я не знаю. 5. Птичка, ищи четко. О, нет, это рыбка. Это не пойдет. Вот, это шарик. Это рыбка. Как раз таки это, да. Но рыбка нам не нужна, рыбка. Это не нужна нам. Вот это так, что? Это, да фиг его знает что. Вот это птичка. Тоже не нужна. Но это обыкновенная птица, мне кажется. Ну да. А нам нужен прям, курица нужна прям. О, стоп. Так, на сколько? На что похоже? А, это голова. Это голова, это да. Голова. Сколько звезд? Раз, два, три. Раз, два, так, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Это, значит, вторая... 9. Это вторая 5. Цифра, 9. 9. Надо написать, короче, погоди. Так, 5, 9. Теперь надо крюк искать. 5, где было 5? 5. Это парус. 5 первое было? Да. 5, 9. 4 первое было, 4. Парус вроде. Не. Парус у нас четвертый. Парус у нас четвертый. Парус мы нашли? Да, нам крюк остался. Значит, 5, 9, крюк, 4. Вот, это, вот он, парус. Это парус. Это парус 4. Это парус 4, да. Это парус 4, да. Так, нам нужен крюк. Крюк нужен, да. Я написал. Оп, стоп. Стой, вот он. Так, сколько раз, там? 3, 4, 5, 6. 6. Значит, сейчас 5, веду. 9, 6, 4. Напишу сначала. Так, с 5. 5, 9. 9, 6. 6, 4. Охренеть, есть. Блин. Ключ от вселенной. Ёлки, деньги и чертеж какой-то, да? Улучшенный постоянный... Вот, наконец-то. Улучшенный якорь. Постоянный якорь. Вот это якорь. Крут. Электрический. Якорь, классно. Так. Все, еще будете смотреть звезды? А погоди, не крути. У меня голова закрутилась, я аж упал с лестницы. Сюда выйти можно? А, подожди, а что, он реально крутится? Это? Да. Крути его. Офигеть. А ну, Олег, понажимай. Я даже не понажимай вижу. Его, смотри. Я все время в этот экран смотрел, я даже не видел. Давай. Смотри, как он крутится. Давай, крути. О, видишь? А. Сюда я могу выйти даже. В какую сторону крутить, чтобы выйти? Давай, направляй. А, так нормально. Нормально, да? А, нет, погоди, мы же к мопедам хотим. Да, так нормально. Нормально? Да. Все, поднимаюсь. А вот эти вот зачем? The Shark, 3 звезды. Пугало, кстати, есть. О, пугало, да. Вот тебе The Seagull. Ну это просто. Птица. Это, раз, так, два, а три, а вот четыре, рыбка, пять, шесть, семь. Стивен Сигал, да? Сигал, птица такая. Да нет, вроде. Я, у меня мысль такая возникла, что у каждого будет своя картинка, но вряд ли. Окей. Ауки-доуки. Хусь, ты вышел? Да, я уже на мопеде. Он уже на мопеде уже. Так, стоп, а здесь что, нельзя было дверь открыть? Блин. Ага, надо было изнутри попробовать. А, давай, а мы сейчас достанем? Ну, получится нам залезть надо. А там можно, типа, да, можно было. А как мы туда прошли, если все равно мы бы упали? Не падай, твою уж за ногу. Нет. Олег, а ну-ка, попаркурь.
кусок это. Поехали. Ну, а там что-то есть? Там была типа дверь, типа, изнутри, да? Ну, наверное, я не знаю. Вы как идете вообще? Нормально. Можете упасть. Как мы идем? А, во, еще записка. Already lost Miranda. Слушаем записку. I will not lose you too, Henry. Вовремя, это мы откроем. Follow the signal far south. I know it's from my sister. There's no doubt. Что, куда я свалился? За мной. Назом, работайте. Чё, давайте, обгоняйте. Ё-моё, блин, чё такие медленные? Вперёд, поехали. Давай, газуй, ёлки зелёные. Прямо к зелёной штуке. Пусть. Мы нашли... Погоди, потише сделаю. Мы нашли этот ключ от этой станции. Не хочет, он выше не хочет. Паяльная лампа нам помогла растопить лед. Да, как я понимаю. Да. Ну, чтоб мы ключ вставили, да? Еще вставляю ключ. Сленца. Сленца, елки зеленые. Сленца. Вот это ништячок. А вот это дверище, да? Можно так, так плохо все смотрится. Ух ты ж, ё-моё. Смотри, смотри, реактор есть снизу. Да, рубильник есть, есть еще. А там, ё, там пауки. Ой, я потише делаю. Там какие-то тараканы прям. Зелёные. Вставить контрольные стержни. Ищем. Вот оно как. Так, погодите секунду, я хочу все это прочитать. Погодите. Давай. Так, открываем. Это она сейчас что говорит это. Меня зовут Синица, да? Это последняя, скорее всего. Да. Меня зовут Синица. Все, кто это читает, знаете, я всегда ставила интересы человечества превыше всего. Всегда. Меня послали... А, да, меня послали на Селену. Селена — это что? Это остров, получается? Меня послали на Селену вместе с двумя коллегами. А один из них, как выяснилось, был шпионом инвесторов. Если бы Филина... Филина, или... Да, если бы Филина поступили на Селену, чего? Если бы... Филина или Филина поступил на Селену, технология неисчерпаемой зеленой энергии стала бы собственностью тех же людей, что допустили катастрофу. Вторая коллега, я его бросила. Я тебе не доверяла, Сокол. Попросту не могла, риск слишком велик. Надеюсь, ты меня простишь, Синица. Ну, тут были страсти-мордасти. Вроде, да? На костюм надели. Костюм по времени, видишь, действует. Он сейчас исчезнет. Вижу. Это защита? Мне кажется, надо эти костюмы... Да, это защита. Мне кажется, эти костюмы надо надеть и побежать в тот, помнишь, самый первый, в котором они пошли? А потом вернуться сюда, не? Да. Может, здесь... идти, у тебя костюм исчез. Да, да. Я же прыгнул по времени. Вот нам сюда надо. А, и у меня. Смотри, тут дверь есть. Я понимаю... Ну, да. Они бесконечные? Нет, они... А, эти здесь... Все, поехали. Открываем, здесь можно. Тут тоже радиация. Это радиация, походу. Ну да. Лаборатория 2. Мы стержни ищем, да? Походу. Да. И лут. Если здесь хороший такой что-то, типа, я не знаю, там хорошего лута есть, то берем, все всасываем. Хотя места уже у нас нет. А что тут пусто прям? Тут ничего и нету. Мы ничего не пропускаем? Смотрите, там надо будет это наверх подняться, когда будет уже мало. Да, так, смотрим на костюмы. Подождите, ребят, смотрите. Идите сюда. Идем. Где ты? Здесь, короче, надо какие-то коды нужны. РБ. РБ. Твою же... Так, смотрим, поднимаемся, надо это... Прометиум? А быстро кончается, ё-моё. Что такое РБ? Быстро кончается. Да, уходим, поднимаемся. Это есть не весело, когда быстро кончается. Хотя нормально, терпимо. Дверь открывается! Она еще закрывается прям перед носом, прям.
А, там еще орала лаборатория есть, кстати. Ну, так, я, РБ. Она закрыта РБ. С другой стороны. РБ. Так, вот здесь... Так, обновляйте костюмы, пошлите. Здесь да, обновляю. Здесь есть. Здесь есть. Че, Олег, че нашел? Тут, короче, в трех комнатах, цифры. Буквы, точнее сказать. Буквы. А на стенах цифры. Это, короче, как его, блин, Хуся, на русском скажи, как оно сказать-то, содиум. Таблица Менделеева, вот, короче. Вот. Так, проблема в другом, да? Я за химию только заплатил, а вы мне это... Рубидиум, 37 РБ. А, там РБ нужно или что нужно? Да. У меня калий получается. Короче, РБ это... РБ. Цифра будет 37. АКЛ. Запомнить надо. И еще ЦИ нужно. ЦИ? Вот у меня... А при чем ЦИ? А вот оно у меня. Так, да, смотрите. Да. ПТ-78, а ЦЕ-58. 37 нашел. Открыл. Нет, 37. Нам нужно РБ, Л, Л. Напишу. Кто все. Сказал Л? Л надо? Тут по времени так, еще РБ, надо, блин. ПТ-ЦЕ-HG. Не-не-не-не. РБ надо. Так, смотрите, надо сделать следующее. Смотри. Я ищу ПМ, кто-то ищет РМ, потом все вместе встанем и введем цифры. Да, только да, надо все цифры на... вместе. Олег, так, ты вышел? Я да. Ищу ПМ. Мне ПМ нужен. Если кто найдет. Олег, ты не забыл, что у тебя там. У тебя костюм кончается. Я вижу, я наблюдаю. ПМ только с маленькой буквы мне надо. Так, надо все это писать, по идее, надо все писать. Пишем. Да ты все не пиши, нам нужно... Ну, я просто не знаю, что... А, вот оно, ЦИ, да? ПМ-61. Тут ЦИ нужен. Да. Тут тоже есть цифры, куда нам нужно вставлять. Платина. ПТ-78. Так, чтобы было все под рукой. Все, я свою комнату написал полностью. РБ-37, я РБ-37 нашел. Дальше что у вас там? Я наверх, нажимаю. Я иду наверх, костюм обновлять. Я говорю, блин, ну вы возьмите каждый себе свою эту. Так. Обновляю. Я ПМ костюмчик. Не могу найти. Если это ПМ это 61. 61, но здесь ПМ маленькая буква, а там ПМ большая буква. Вот что я боюсь. Так, у нас разницы. Было. Так. У кого что? РБ. А РБ у нас что было, РБ? Еще раз скажите. 37? РБ 37. А потом что нужно ввести? А потом ЦЛ надо ввести. А, ЦЛ нет, уже есть. А, это каждый во своей, да, комнате. ЦИ. Да, ЦИ. Да. Я ввел РБ, ЦИ введено. Еще что там есть? Так, секунду, я убегаю. Так, блин, давайте, ну это надо одинаково каждый надо. Запомните свои цифры. Мы сейчас вылечимся, прибежим и включим все. Погоди, так оно все включено, времени, Олег, что? Все включено. Везде оно бегают секунды. Оно по времени включается. Вместе? Да, блин. Так, выходим все вверх и обновляем себе костюмы одновременно. Вы же видите, там время идет. Надо их включить, пока время не истекает. Олег, все было включено. Да. Три компьютера или там больше их? Три. Они все включены были? Поехали. Тогда должна дверь открыть. Иди сразу на РБ 37. Я иду на главный вход, вот здесь. Берите другие комнаты. Вот я на РБ 37 беру. ЦЛ 17. Так, одновременно поставим, говорите. РБ 37, ЦЛ 17. Поставил, все, ставьте свои, быстро. Поставил. Открыто, поехали. Я включил. Поехали сюда, все сюда. Вау. Есть. Как мы только обновим эти костюмы. А костюмы как убрать их? А не как? А здесь нормально вроде. Да, или нет? А мы же возвращаться должны будем. Так. О, турбина или что? Так, стоп. Поднять контрольный стержень. О, есть. Ага. Так, есть один. Вы нашли турбину? А где? Как? Я не вижу. Контрольный стержень. А он просто тебя падает куда-то. О, защитные костюмы есть. Отлично. Ага. Так, а нам теперь куда? Давай выше посмотрим, что там наверх, есть. А наверх че? Наверх ничего. А, нет, закрыто. Хусь, ты где? Там хорошее что-то есть. Чего вы не берете ресурсы? А, места нет. Ё-моё, сейчас я кое-что съем. Это, наверное, я скину. Мясо медведя надо или можно выкинуть? Не-не-не, надо, ты чё?
это много мяса, это хорошо. Поешьте все, что можно поесть. Самые такие бестолковые предметы, типа камень можно выкинуть полностью. Крафт, эти, как они называются-то? Ой, забыл. Сейчас скажу. Улучшения, графические эти вот бумаги тоже можно выкинуть. Берем костюмы, короче, как я понимаю. А, вот это, чертежи тоже надо. Ну, есть они, наверное, у тебя готовки, которые. Я пошел вниз. Я взял костюм. Тут ради радиации. Где костюм? Там же, где дверь. Вот, напротив. Такс. Тут какой-то вентиль. Удерживаем, чтобы вентиль закрыть. Ой, пауки. Давай, крути, я буду убивать этого паука. Я вижу, как ты его убиваешь. Он уже у меня. Сзади, Олег, Олег. Они бьются? Так, давай, клан, крутим. Открывается, вот. Дверь открывается. Ой, жуки. Пусть жуки, сюда жуки, иди. А, у тебя, вижу. Давай. Грызут, хуся, бей. Пониже. Топор просто. Так, валим. Куда? Валим. Все, поднимаемся. Валим на гелике. Валим. Такс, что это такое? Вот турбина. Турбина. Кент, возьми. Вторая. Как она? А, вот она. Контрольный стержень, понял. Ёп! Что такое? Так, ладно, поехали дальше. А, что такое? Да там жуков, смотри сколько. А, мы еще за стеклом еще, вижу, нормально. Да, рубильник есть какой-то, смотрите. Офигеть, тут красотень-то. Да. Я хочу скрин сделать. Удерживатель для плавного вращения. Во. Врубай. Сейчас хочу глянуть, что за рубильник. Давай, врубай его. Вон рубильник, а здесь для плавного вращения, видите? Да. Давай, погнали. Оу. Так, тихо. А, режет. Нормально. Сейчас, секунду. Так, присядьте. Я должен понять, куда надо его направить. Сюда, что ли? Нет, постой. Скорее всего, вон это. Здесь зеркала же. Да, это зеркала. Зеркала. Ну, попробую сюда вот направить. В дверь, я думаю, в эту дверь. Замок вон. Так, пусть да, я попробую. Для плавного вращения. О, было. Опа. Что-то сжег. Есть. Нет. Найс. Выключай. Вырубай, да? Вырубай. Не выключай. Так, окей. Подарок летним. Это знаешь, как называется? Ни хрена себе. Сказал я себе, разработчики как намутили, да. Костюмчик, скорее всего, нужен. Костюмы. Ну, если он есть, значит нужен. Кстати, он что-то это, спотыкается с одной стороны. Так, опять есть рубик. Я уже включил. Ага. Так, куда нам? Уйдешь ты для плавного вращения. Ага, вижу. Вот, видишь эти стекла? Вижу. Сейчас. Так, ребят, дверь вот она. Эх, нифига себе. Это я сейчас что сделал? И куда его сейчас вращать? Так, что-то здесь немножко по-другому. Да, нам вот сюда вот надо. Вижу. Кого-то режу? Это нормально. Дайте мне экран, я не вижу экран. Кто меня режет? Я режу. Да ёпт. А, вижу экран. А ты сюда не попадешь, тут мешает, понял. Вот эта груда. Ящики. Ага. Надо в другой, я понял. Понял, что ни хрена не понял, но сейчас попробую в другой сейчас. Нам как-то умудриться вот сюда вот надо попасть, а вот как? Так, попадаю, не? Нет, чуть правее. Там ящик опять же. А вон, подожди, вот же стекло, сюда попробуй попасть. Вот, чтоб ты от этого стекла, вот, видишь? О, вижу. Хусь, вот через это стекло я попаду, скорее всего. Во! Так, следите за костюмами, ребят. Ой-ой-ой. А куда сейчас, наверх? Хусь, наверх. Сюда. К выходу. Ты куда, Кент, побежал? Погоди. Без костюма. Я знаю. Я хусь показать дорогу, блин. Ай-яй-яй. Целое кино, блин. Погоди, я хочу понять. Вот зеркало. Тут мешает. Да, там он еще. Здесь все кругом мешает, короче. Олег, покрути ты их. Влево-вправо. Может, мысля другая будет.
Умная, говорит, мысля вот, смотри. Опосля, да? Давай, покрути его. Вот сюда, как попасть в это? Ой-ой-ой, больно. Олег, надо, мне кажется, как-то правее, а ну. Стой. А как его, что я не могу крутить? Ну, в принципе. А можно еще выше? Можно. А если вот так? Нет, вот сюда надо попасть, видишь? Вот сюда. И? Потом оттуда туда. Нет, сюда он идет, вот туда вот идет. Вот нет. Так вот могу. Ну, вот так вот. И надо вернуться как-то. А ну еще. Олег, еще, у тебя еще, мысли еще. Не закончились? Кент, еще попробуй так натянуть. Мыслей много, толку правее. Мало. А если в первую попасть? Нам сюда нужно попасть. Так, следите за... За масками. За масками. Не, я в таких играх тупой, я не могу ничего помочь. Не-не, блин, маски, в смысле костюмы. Ху. Так-с. Сейчас придумаем. Давай, включи крутиловку. А, там тоже есть зеркало, да. Слушай, а не надо случайно вот сюда? Вот сюда? Кстати, Олег, да-да-да-да, Олег, там, где Хусейн, вот сюда, влево. Подожди. Крути его влево. Сейчас, секунду. Кстати, у тебя лазер пошел далеко, сейчас, секунду. Постой, Олег, не трогай ничего. А, уже ничего не работает. Не, мне кажется, агент, надо, знаешь, вот так вот, прям зигзаг. Прям буквой Z такой. Вижу. Стой, больно. Стой. Сейчас будет. Так нормально? Лазер же ушел сюда влево. Блин, нет. Тут ящик мешает. Да миллиметры мешают. Постой. Да, поэтому же я говорю, надо в это, по бокам. Сначала по бокам вот эти, а потом этими направлять маленькие. Надо попробовать. Стоп, а если, подождите, а если сделать вот так, стоп. Я подожди, я его разверну никак, да? А ну стой. Стой. Кислород, в смысле газ. Да, ну, даже родятся даже. Такс. Давай, хусь, покрути его, если он дойдет до этого. Да, блин, у меня открывается этот. Чё? Чё, там попадаю? Не-не-не, ты же видишь, не попадаешь. Голову поверни. Вот, еще дальше крути, дальше. А, все? Нет, он теряется. Не-а. Да, именно в замок нужно попасть сюда. Так, дайте я покручу их. Олег, сюда иди. Олег, вот да. В этой стой, в эту штуку. А Хуся там смотрит. Давай. Да, костюм. Потом берем эти точки и сейчас посмотрим. Такс. Не, ну просто это время нужно на это, а так как бы не проблема. Хусь, берешь ту точку, Олег, берешь вторую. И покрутим, хусь скажет, куда мы попадаем. Давай. Олег, покрути влево-вправо, очень аккуратно. Не, правее, вот так. Олег, так же, обратно. Верни чуть. Все, Олег, стой. Не, Олег, это много было, обратно немножко. Я не вижу, куда вы убрали вообще. Стой. А ну, ты сейчас куда-то попал, нет? А, нет. Хусь, куда надо? Олег, обратно сделай. Но очень медленно, здесь, Олег. Смотри, здесь вот так пофигу, оно никуда не идет. Попробуй. Оно идет. А, стой, вот верни еще раз. Хусь, покрути ты это зеркало сам. То не, зеркало. Оно никуда, оно даже, ну, ничего. Стоит нормально? Оно-то стоит, но вы не попадаете в него никак. Углом каким-то, нет? Нет, никак. Высунь угол, чтобы попасть, нет? Нет, никак. Олег, немножко покрути. Да, я покручу. Стой, Олег, не трогай. Хуй, стой там, подержи там. Вот, смотри, ты попадаешь в это зеркало, а с этого зеркала надо пойти, по-моему, в то зеркало. В какое? Вот в это. Ты в это? Да, а ну крути. Не, в это я сейчас не попадал вообще. Костюм. Да. А как ты попал в это? Ну, просто, ой. Я потерял. Дайте обратно лазер. Что вы делаете?
Блин, костюм. Вы там покрутили лазер, он потерял контакт. Так, Олег пытается. Пусть мы тоже пытаемся, правильно? Ага. Мы ловим рыбу. Олег, у тебя там как? Успехи. Пока хреново. Я выловил сырого лося. Да, жесть, блин, а мне это... кончилось. Работай, Олег, работай. Работай, говорит, негр, солнце еще мы высоко, это, мы да? Лося ловим. Осуждаю. Осуждаю, очень осуждаю. Так. Блин, странно. Мы сейчас еще лося еще одно выловим, потом мы присоединимся к тебе, короче. Мы отдыхаем. Молодцы. Все. Свеча в бутылке. Я нашел свечу в бутылке. Погоди, сейчас, секундочку. Сейчас. Я доширак. Сюда. А ты нашел доширак. Хорошо. Я пошел помогать Олегу. Мы уже как по смене здесь. Первый берет смену, второй берет смену. Мы мучимся, блин, крутимся здесь. Че? Ну, для видео очень плохо. Для видео это очень плохо, конечно. Но зато работаем, как настоящие специалисты в хим вещах. Теперь в этот попал. Куда мы сейчас попали? Опля! Вот. Ни хрена себе, сколько мы зеркал сейчас задействовали. Да толку-то. В смысле? Смотри. Крути, 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 Хусь. Нет, оно вот сюда должно... Хуся, крути, Хуся, ё-моё. Все, попали. Нормально-нормально, я же говорю, крути. Стойте! Маска, кислород. Эц, больно. Ху. Такс. Так, попали-то мы попали, а. Теперь я не тупой. Да, вот, получилось. Олег, нормально, нормально. Сейчас мы... оно не достает до замка, да? Я поэтому и говорил, что надо вот этим вот опять в то зеркало. Видишь, прямо, которое идет, и потом прямо, которое в это. И от этого надо будет в это и попасть туда. Понял, что? А если в это зеркало? А в да это нет, зеркало не пойдет. Надо в это зеркало, которое свободное, которое вижу. Заюзано. Вот оно. Вот сюда, Кент. Видишь? Ха, почти по идее. Кент, сюда. Хусь, я кое-что сделал. Секунду, секундочку. Ничего не трогайте, ничего не трогаем. Я не трогаю. Олег, что там по замку? Стой у замка. До замка еще. Тогда тебе надо, смотри, что ты хочешь сделать, я понял, о чем. Тебе надо, вот скажи мне, чтобы я регулировал. Типа я уже там регулировал. Ага. Там уже больше не отрегулируешь. Так, давай тогда мысли дальше рассказывайте. Ну вот, смотри, я имел в виду, что этим... Откуда оно идет? Во-во-во-во-во-во. Вот, смотри. Вот сюда. И это... Есть. О! Твою мать. Есть, от блин. Этого в зеркало и потом туда. Ё-моё, сколько так, мы мучились. Так, ну включаемся? Конечно, поехали. Ой. Так, записка. Селин устроили с одной целью. Освоить и усовершенствовать экспериментальные реакторы, питающие плавучие города. Непростая задача, но она выполнилась в теории. Но проблема, погоди, но проблема в том, что у нас не хватает людей, чтобы построить что-то, что-то там. У нас бы получилось, я знаю, просто нужно больше людей. Ну вот нас трое сейчас. Погоди, есть одно место, где рафтеры мирно живут, бок о бок, и с выжившими, короче, из старого мира. Оно называется Утопия. Может, там мы постепенно смогли бы исправить то, что натворили, но вчера... От них пришло сообщение. Один из инвесторов захватил власть в общине. Улов Вилькстром. Боюсь представить, что он может сделать с нашей утопией. Утопия, вы знаете, что такое утопия, да? Это где-то будет, наверное, конечная точка, наверное. Наверное. Так, пошли. И да, вода так, у всех есть? Теперь, ага. Да. Так, мы... А, мы же турбины взяли. Так, да, турбины вставляем. Вставляем. Одну поставил, вторую поставил, вторую третью поставил. Третью поставил. Теперь. Что включаем. Будет? Где там включить? А вот включаем. Вот, а вот он. Он управляем. Застряли. Тут... Требуется ручное. Так, теперь нам... Ключ дали. Ключ, во. Вот сюда. Вот. Реактор. Это... Реактор, вот он. Нам надо брать костюм? Похоже, да. Берем. Поехали.
Какая музяка такая серьезнейшая прям. Да пипец, не говори. Прям серьезнейшая. А тут я вижу даже... А вот тут даже будет костюм. Давай берем еще раз. Так, тараканы, да? Друзья, пауки, друзья. Поехали! Бенц, так, короче, тенц. Врубай, крутим, короче, вот эти вентиля. Где они? Вижу. Их много? В любую сторону крутить или просто? Да они крутятся сами. А вы с тараканами не биться не хотите? Да ну их нафиг. Нет, да, нужно все-таки бить их, потому что они сбивают нашу крутилку. Давай, ты бей, я буду крутить. Давай. Боишься ты тараканов, короче? А мне пофиг. Так, сколько? Все, готово. Все? Таракан. Все, а, спасли. Забираем мясо с тараканом. Да, оно маленькое, оно по одному мясу, это так себе. Все. Не, мы открыли тут одну дверь. Выключили реактор, так, и открыли дверь. Заходим. Заходим. Аккуратно, что там справа лежит? Монета. И дверь. Тут все замерзло. И мы мерзнем, кстати. Такое ощущение. Да не о чем мерзнем. Ну, ящик смотри, нашел. Может что-то справа, вот тут можно использовать. Электрическая плавильня, окей. Смотри, вот, нажимаем использовать, да? А вы тут... Ба-бам! Все, кто-то упал. А, так здесь люди были в этих капсулах. Доброе утро. Постой, ты... Ты не... А, ясно. Они меня бросили. Вот как. Значит... Как здорово наконец проснуться. Длительный криосон имеет много побочных эффектов. Да ну. Видишь, а он сказал thanks for Viva, перевели по-другому. Так что у тебя найдется место для биоинженера. Клянусь, от меня много пользы. Это еще один персонаж, которого можно типа использовать вместо наших лиц. Супер, ты настоящий друг, я буду очень стараться. Все, у нас новый персонаж. А где координаты до следующего утопии, как его там? А, здесь должны были быть. А мы я же записку сейчас подобрал. А вон, поговорить. Погоди. Он что, опять вот они, туда? Есть, 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 есть. А координаты есть у нас. Он опять упал, смотри. Да я нечаянно нажал, чтобы поговорить. Есть. У нас есть следующие координаты для следующего острова. Где люди живут мирно. Короче, здесь закончили, да? Да, теперь мы должны эти мотоциклы перевести на плот как. Кстати, а тут короткий выход есть? А, так мы просто здесь через дверь выйдем и все. Ну да. Да. Вот. Не, мы в реакторе сейчас. Нет, должен быть какой-то выход, нет? А вот, вот ряд. А, это и есть выход. Не, ну нам придется, наверное, все-таки это. Вон монетка. Придется тем же... Тем же... Те, той же дорогой, да? На мотата. Правильно, правильно. Вот он выход. Погоди, а можно мотоциклы брать туда, на корабль? Ну я не знаю, но мы же должны попробовать, ну блин. Давай. Там, короче, за то, что мы утопим, короче, ачивку дают. За то, что мы что? Утопить, короче. Мотоцикл? Ну их много, один можно утопить, я не знаю. Не, ну это одну ачивку дают. Так, по какую сторону? Надо подогнать. Влево. Не-не-не, мы прям к кораблю прям. Не, там же еще были бункеры, ребят. А-а-а. Здесь два бункера. А как мы возьмем сейчас? Мы же отключили. Не, а мы отключили реактор, и там уже радиации нет. Да-да. Понятно. Вопрос. Где найти эти бункеры? Там. Мне кажется, где-то здесь. Вот он один. Поехали. И что здесь будет? Просто лут? Там титан. Там титан. Ага. Извиняюсь, но мне в таком случае я выкидываю сейчас мусор, который прям очень легко находится. Давай я подберу. Нет, лучше подбери, лучше хорошую вещь. Так, такие я выкидываю вещи. Хлам, который прям хлам. Железная руда, да ее хоть, не знаю, там... Можно и так найти. Это выкидываем, это все мусор. Это мусор, это мусор. Все. Сейчас можно лутаться. Так, щемоданчик. Щемоданчик. Короче, как я понимаю, здесь просто лут. Да, лут тут. Да, 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 здравствуйте. Где-то 4 штук титана должно.
Ужин, рецепт ужина акулы. Нигде же титана не было вообще, прикиньте, да? Так, я арбузик съем. Арбузик. Чего? Ну такая большая это, а титана нигде не было. Только вот в бункере. Странно, да? А я не помню, у меня рецепт акулы есть? Ну я 3 титана подобрал. Это хорошо. That's very good. Вот так вот. Так, еще ящик. Да, еще один бункер есть. Выходим? О, как раз расцвело. Да. Где он? Длинная серия, длинная. Я помню, где второй. Ну, длинноватый будет, да, мы немножко тормознули с этим, с последним. Ну, все говорят, по длиннее серии. Вот, ребят, по длиннее серии. Чё? Длиннее, да. Не, ну здесь нормально. Когда ты на одним квестом сидишь 40 минут. Стоп, стоп. Ну, здесь, если обрезать, неинтересно будет. То... Ну, кому как. Когда обрезаешь пищу, блядь. Поехали. А здесь всё, как мы мучаемся. Одни мучения, короче. Да-да-да-да. Страдания. Тут тоже была типа радиация, сейчас ее нет, да? Да, сейчас нет, мы отключили. Титан. Ну окей, лутаемся. Все, что есть. Это все, да. Пошли. Это склад, короче. Титановая руда, да. Камень нам не нужен. Камень не берете, не берите. Выкидывайте какие-то камень. Так, вот еще титан лезет. Вообще замечательно. В общем, здесь с двух бункеров, я не знаю... Поехали, 8. Наверх. Да, 100%, конечно, все конечно. Все самое неинтересное. Если не ошибаюсь, мы полностью все облутали, да? Да. Ну, пошли к кораблю. Шли. А мы поднимемся Давайте к нему? Если кого-нибудь голова попалась, медвежья. Ой, я не знаю. Вопрос другой. Мы там, как где пришвартовались, мы попадем на корабль, а то мы прыгали прям вниз. Тоже интересно, да. Не знаю, этого искать придется. Мне кажется, надо как-то вверх подняться тогда и объехать. Вот сюда, все вправо, вправо, вот мы сейчас вверху, да? Главное не упасть в воду. Да, нашли, нашел, вот путь. А нам как раз надо утопить. Не-не, я не хочу топить его. Мы же возьмем. А как ты его возьмешь? На корабле хочу. Это лед? Тихо-тихо-тихо, как он скользит. Вот сюда-сюда, влево-влево-влево. Не получится тебе на корабле. А-а-а-а! Я! В смысле? Я застрял! Не застревайте. Я. А где мой корабль? Ой, корабль. Нашел! Нифига себе, как мы далеко ушли. Олег, заранее тормози. Так, его надо покрутить, короче, корабль. Да, рампу надо сделать. Да я задом прям подъеду. Все-таки хотите? Да-да-да-да-да, чё такое? Тихо, держите себя в руках, всё нормально. Давай попробуем, давай. Ща его, мотор включить, задний ход включить. Едет? Чисто, знаешь, какие-то домушники. Все домой, короче, да, а чё ты думал? Все домой. Сейчас мы еще покрутимся. А если бы вообще быть такими прям жадными, то можно еще за двумя вернуться. Типа, что было опять прям, да? Мысль, кстати, неплохая такая. Ну поехали, на одном меня повезешь еще. А давайте, берите еще один. Пока я разворачиваюсь, берите еще один и один утопим. Поехали, Ли. С собой взять. Давай, поехали. Вези меня там, где есть. Вези! Как там, да? Вези меня, извозчик, по глупой мостовой. А если я усну, аттестат в крови. Надо, я сам тебе отдам. Ты парень дурак. А можно радио переключить, пожалуйста? Олега занесло, короче. Опа. Да. Давай лучше это, аттестат в крови. Я припарковался, вы там принесли, привезли еще один? Нет, ну мы только приехали. А на колене купола. Так, мне сейчас нужно что так, нужно? Да, построить. Не, он уже там, где этот был реактор, помнишь? Или мы уже оттуда? Вы заблудились? Ты что, меня потерял? Да. Блин, там. Нормально. Так, ну мы же хотели какой-то один утопить, правильно?
Не-не-не, топите здесь, я тоже хочу увидеть, как он топится. Ну все, я короче. Это надо тебе утопить. Это надо видеть, я, да. Я не пойму, где. Да просто на берег выезжай, а потом ехай вправо, в правую сторону, до конца. Да я уже на льду, только я тут уже еду. Нет, ты можешь по кругу весь этот остров оплыть. Просто в одну сторону ехай, влево, например. Ехай. И до нас дойдешь. Ехай. В одну сторону ехай. Этот остров можно по кругу. Сейчас я укреплю. Вот так вот. Теперь. Ну чё, пробуйте. Угол только этот. Погнали только здесь. На. Вот только здесь. Чё, заехал? Ай-яй-яй. Тут трубы мешают. Офигеть. Ой, блин, я сразу появился на втором. Ай, Олег, уйди. Тадынц. А, он не едет дальше? Едет дальше. Так надо нормально разогнаться. Не, ну, блин, ну ты прям так припарковал, что его оттуда не вытащишь. Нет, ну нормально. Я-то ровно припарковал, смотри, как. Ты вообще молодец. Я вораж заехал. Да зачем ты открывал дверь, не пойму. Хусь, давай топи его, я хочу глянуть вот здесь, топи нет, его. Нет, а ты топи, чтобы тебе ачивка была. А, мне, чтобы ачивка, давай. Да. А вы гляньте со стороны, как это будет. О, бля. Ну, типа, буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Давай, погнали. Ой. А, он пропал прям? Получен достижение для всех. Да он пропал прямо. У меня есть. Ай-яй-яй. Короче, друзья мои, мы за одну серию, прямо чтобы вас не мучить, не ждать, что типа где там продолжение, как, что с этим островом и так далее, за одну серию мы прошли полностью всю эту территорию, весь остров. Не едет, да? Олег, вон, иди сядь на мой, попробуй потом с него встать. Не-не-не, домой попробуй. Если вам все понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на все наши каналы, ссылочки будут в описании. Вам как вообще, да, остров, ребята, понравился? Каналы, да, каналы, да. Все на Яндекс.Дзене, так что если вам не трудно, можете зайти и подписаться. Да, ссылочки, все ссылочки будут в описании, и Телеграма, и Яндекс.Дзена, и эти два канала, ваши, да, каналы. Не забудьте, что у Кента есть группа в Телеграме. Да, там интересно иногда бывает. Там бесплатные игры, когда они выходят. Постятся, да. Моменты такие есть. Так что не забываем подписаться. А мы едем куда? На остров Утопия. Это, скорее всего, будет последняя территория. Последняя, скажем, да, земля. Утопия. Вы видите что-то? Игра прям подсказывает нам то, что эти вот байки, смотрите, именно на льдину и на байк. Льдина двигается, да, с байком вместе, то есть байк вместе так с льдиной. Они здесь останутся. А давай по это проверим. Давай. Вперед, я сейчас вперед, тронусь вперед, и скорее всего они здесь, да, останутся. Посмотрим. Давайте посмотрим. Да, что да, там? Они остались. Остались, да? И утопились все. Да. А жаль. Ну все. Друзья мои, всем удачи. Хусейн, давай, плыви. Давай, о, молодец. Всем удачи. Обидно. Ну тогда давай вернемся, утопим. Так они уже утопились. Они утонули. Ай-яй-яй. Если не мне.